Всем привет, друзья, с вами Фризен. Что ж, продолжаем Майнкрафт. Я даже не знаю, к чему готовиться. Ладно, поехали. Конец. Эндер дракон. Ёкарный картофан. Что это за ресурс? Не ломается? А как так? Что это? Справочник. Что ты такое? Что ты? Эндерняк? Остроумное название. Эндер-дракон — это босс? Блин. Капец. Надеюсь, здесь эндермены не будут на меня агриться. Они как бы повсюду здесь, но мало ли что. Дракон. Какой нахер дракон? Это что, Скайрим, что ли? Ну, я слышу, они гули-гулик свои запускают. Ёкарный картофан. Тихо, тихо, тихо. Главное, ни на кого не посмотреть. Ни на кого не смотреть. Смотримся. Ни хрена себе! Дракоконь. О, в смысле, дракон. А что он делает? Он питается от этих клеток? А, вот для чего мне нужны были. Ой, тихо. Ладно. Давай. Ух ты. Тихо. Он заражает кубы? Капец, я думаю, что я подохну здесь раз в 20. Тихо. Так, блин, дайте мне кирку. Блин. Быстрее, быстрее. Главное, чтобы он... Оу. А так можно было? Капец. Я такого не ожидал, честно. Эй. Кто меня? А как ты меня убил? Странный он какой-то. Так, что я понял с этого с первого боя? Что я ни хера не понял. Нет, я понял, что он чем-то дышит, чем-то стреляет. Так. Но толку-то от этого. Где моя лестница? Блин, должна быть какая-то тактика против него, наверное. Блин, я не смогу сломать эти кубы, которые я построил из песка. Ну, точнее, этих... Как это вообще? Эндер-кирпич? Интро-кирпич? Что за кирпич? Ну, примерно тактику я понял. Знаешь, какую? Мы берем... Что мы берем? Так-так-так-так-так. Мы берем... Как это? Сейчас скажу. Ломаем клетки, так? Потом. После того, как мы сломаем клетки... Где он? Ты здесь? Отойди от меня. Плохой ты дракон. Плохой дракон. Так, ломаем клетки и издалека... Блин, надо по нему стрелять. Он меня сейчас пнул и легнул. Что мне сейчас сделал? Так, пока он там, я... А где мои? А, все на мне. То есть защита эта нахер даже вообще не помогает. Ни разу. Вот абсолютно. Совершено. Да? Да. Поэтому что? Нахер я надевал, как говорится. Ой, дядя, ты мой кирпич спер. Могли бы вы мне его вернуть? Там дракон! Ты не видишь, что ли? О! Пиу! Я кого-то поджег? Кого я поджег? Я никого не хотел поджигать. Блин, главное не упасть.
А как я буду издалека-то стрелять в эту херню, если... Опа, на, здрасте. Блин, была бы у меня бочка, как взорвал бы здесь все. О, динамит. Блин, так надеюсь, меня не зацепит. Хо-хоу, хорош. Он сейчас сагрится, да, на меня? Должен сагриться или не должен? Ну смотри, две клетки мы уничтожим. Только зачем? Но он, по идее, от них питается. Но ты видишь, он подлетает к этим клеткам и что-то из них сосет. А на этой верхушке было, что я не посмотрел? Ну, скорее всего, да, потому что на каждой есть что-то. А у меня кубов столько не хватит, наверное. 52. Ты не мог пониже их сделать, дракон? Я даже за все это время... Я его толком не смотрел. Как он выглядит? Тихо. Как же это теперь сделать тактично? Чтобы меня не снесло. Хорош. Хорош ведь? Хорош. Блин, к следующему надо бегать. И долго так я буду бегать? Сколько мне бегать так? Ну, пока что несложно, я тебе скажу. Один раз мы тупо случайно сдохли на самой первой башне. А так-то что здесь сложного? Ты реально просто ходишь от башни к башне, взрываешь клетку, ну что это там, кристалл какой-то, что-то. И все. Идешь дальше к следующей спокойно. Так что... Не знаю. Я от скелетов и от этих вот крыса-жуков больше страдал, чем от этого дракона. Ну серьезно. Ой, перебор. Снижаемся. Отлично, заряжаем. Вообще все. Как бы все. Как недавно была серия, называлась «Тактика Галактика». Это вот сейчас сюда бы подошло. Вроде он летает возле меня. Но по звуку крыльев было слышно, что он где-то так взмахивал крыльями. Тихо. Тихо. Я не смотрю. Не-не-не. Нахер, иди. А чё он, дракон, обиделся, улетел, что ли? Где он? О, смотри. И юх. Почти. Почти, почти, почти. Дракон, тихо, не шали. Ай-яй, ай-яй, что со мной, что со мной? Так, все-таки. О, нет. Мне жопа. Мне жопа. Тихо. Я, по-моему, с кого-то сагрил. Да, кого-то сагрил. Ну, я имею в виду эндермена. Ладно, пожуем хлебушка чуть-чуть. Чуть-чуть. А, так ты не будешь восстанавливать, да? Ханна. Скотина. С помощью магии. Нихера себе ты, дракон, магистр. Светлой черной магии. Юх. Ой. Перебор. Как это я ударился и не погиб? Ну, в смысле, ничего не отнялось. Юх. Вот интересно, а во время боя, если я буду ее отнимать, он будет так же регениться, как и я? Или нет? Ладно, ладно, ладно. Где ты там? А я где? Ну где-то вон там. Хватит таскать мои кубы, слышь? Положи на место. А зачем здесь так много этих ребят? Ну, эндерменов. То есть, глаза мне уже не нужны. Толку от вас здесь? Неизвестно. Тихо. Не надо на меня агриться.
Почему клетка здесь? А остальные предметы где? Вон там? Что это за такое? Глаз? Надо стрелять в меня. Тихо. О, чё? Он меня схватил своими крыльями? Ой, когтями? Ты не прифигел ли, драконина? Драконина. Это забавно. Вот драконина. Скотина, драконина. Стрел у меня, естественно, нет. Угу. А чем я, интересно, буду сражаться, по-вашему? А где? Ага, класс. Класс просто. Так, все при мне. А чё я туплю, а? Ай-яй. Ты чё взбесился? Я тебя не трогал. Я вас спасу, ребята. Хорош. Так, с помощью магии, говоришь? Ай-яй-яй. Так, в открытое пространство, он хватает меня когтями. А там, где не может достать... Тихо. Там он кидает шарами. Да как так-то? Ладно, шар... Так, какой шар? Столб. Придется к нему все-таки залезть. Давай, ты резче стройся. Высоко еще? О-о-о, самая высокая башня, что ли? Жаль, что здесь нету плачущих этих, как их, обсидианов, или как они называются. Опа. Хо-хо-хо. Тихо, тихо, не психуй. Все нормально, все под контролем. Так. Все, и теперь быстро спускаемся. Тихо, быстро спускаемся, я сказал. Быстро спускаемся! Не настолько быстро спускаться, я говорил. Но это было жестко. Сколько ему там столбов еще сносить, а? Я уже немножко устаю бегать. Прощай, этот бессмертный мир. Выпал из мира. Блин, я выпал из мира. Как так-то? Жесть. То есть, упасть и разбиться насмерть с высокой... с большой высоты. Для меня это показалось мало, да? Я решил полностью выпасть из мира. Ну, капец. Только я так могу это сделать. Ладно, где-то мои. Угу. Осталось ему, по-моему, раз, два, три. Я разве там строился? Нет. Тихо. Тихо, тихо. Да не трогал я тебя, ты что сагрился-то? Не хватало еще от тебя погибнуть. Отвали, пожалуйста, ну серьезно. Сука. Это нечестно. Ты пристал. Сколько я сагрил? Одного, надеюсь. Давай речь, мне как бы тут... Война с драконом. Надеюсь, мои вещи не пропали, которые там валялись. Ты-то еще что пристал ко мне? Если начнут вещи пропадать, то я охеревать начну. Ну то есть, типа, как так-то? Скотина, надо тут что-то построить нормальное. Идите нахер. Что происходит? Ой. Блин. Это несложно. Но это капец как тупо вымораживает. То есть вот этот вот кубик, допустим, да? Вот так вот бегать по краю. Причем я еще у дракона даже ни малейшего урона не нанес. Давай, беги. Только в глаза никому не смотри. Где мои вещи? Где-то вон там.
были там. Они утаскивают все мои кубы. Ребят, прекратите. Это не серьезно. Ну, что-то осталось. Кто-то взорвался. А я жив, цел остался. Сколько? Да, класс. Штанами бы еще самое оно убирать. Сколько у меня этих кубов? Я даже не знаю, сколько у меня кубов. 22. Мне этого не хватит. Точно тебе говорю, мне этого не хватит. И это все кубы. И все, и я их все заберу. Однозначно. Капец, много мне. Не надо кидаться своей магией. Или чем там кидаешь? Капец ты! Ой. Что ж так это? Дай сюда. Где? Пофиг. Вот ты иди сюда. Сейчас просто построю там этих кирпичей, чтобы я ходил напрямую. А не совершал там какой-то миллиметраж паркур. Где там лестница? Двойная, это чтобы я не упал. И чтобы наверняка. Потому что я в любом случае могу упасть. Вот так, думаю, достаточно будет, да? В принципе, да. Ох, скотина драконная. Это не дракон, это какая-то скотина. А на кого он сагрился? Он, эндермен, побежал. Ты прикинь, что он в прошлый раз он сделал? Он меня как-то подкинул в воздух. И потом... он вначале меня сбил. Потом подбросил в воздух. И я, короче, отлетел хер знает куда и шмякнулся. Юх. А чего вы меня сагрили, что ли? Я вас не трогал, ребята. Капец. Ну вот как с ним бороться, а? Он просто охеревает на месте. А, то есть через это облако я не пройду. Ай-яй. Не, это капец. Это жопа. Ладно. Хочешь такую жопу устраивать? Устраивай. Сейчас я тебя устрою, блин. Тихо, ребята, я за вас. Че, думаешь, я тебе так не зафигачу? Я тебе зафигачу. Понял? Снайпер, ё-моё. Ну и все. Дай-ка я сейчас быстро надеть. Вот сюда, быстро все убрать, это поставь. Вот так, все, пошли. Так, смотрим, каким он заряжается. По-моему, остался один. А, прикинь, эндермены на него сагрились. Не на меня, а на него. Хорош. Я. Давай, конечно, убивай. Еще будут твыми подставлять, мешать тут. Но эндерменов косить это вообще не вариант. Потому что толк от этого. Я уверен, что они респавнятся каждую минуту. Специально, чтобы мне было сложно. Так, откуда я пришел? Воу, шар летит. Откуда я пришел и куда я шел? Ага. Понято, в самую первую башню. Как же тупо то, что он не упорядочивает, не ставит предметы таким образом, которые мне нужны.
оставит, как ему удобно. Ну, точнее, он ставит так, как я это поднял. А не как ему удобно. Где еще твоя зарядка? Ай-яй, тихо. Неужели я все сломал? Нет, не все. Вон та, по-моему, два осталось. Так ведь? Надо вот так вот. Почти. Ох, еще выше. Непонятно сейчас, что произошло. Пиу! Слышал этот звук? Просто пиу! Попал? Неужели попал? Отойди, пожалуйста, дракон. Ой, не дракон, кто ты? Эндермучка. Эндермучка. Сука. Ай, как же это бесяче. Напрягает. До жути. Кто посчитал, сколько я погиб за эту серию? Пишите комментарии. Ну сколько? Одна смерть в минуту у меня идет, или сколько? Так, я погиб опять же на том месте, да? Вот я не понял, так я разбил этот кристалл или нет? Да еще эти твари мешают конкретно. Вроде они не мешают, но при этом они мешают. Капец. Странно и непонятно. Так, это сюда сразу, это вот сюда. Я замучаюсь тут бегать. Кирка, мало ли. И арбалет, мало ли. Не, арбалет не мало ли. Арбалет классная штука. Так, питается от одного. Нет, не попал. Не долетал. Ну смотри, он вроде с одного теперь, да, сидит? О-о-о. Нет, без вариантов. Не надо на меня так смотреть, ребята. Они прямо ждут, пока я на них посмотрю, да? Хотя бы издалека. О, прикольно, так тын-тын-тын, расстрелял. Нет. Да! Да? По-моему, я его зацепил. Даже взорвался так сильно, что дракон пострадал. Ну-ка. Ну, вроде ему нечего питаться. Ну и как мне теперь его выцеливать? Что с ним делать? Вот так вот стрелять? Так-то я его точно не попаду. Что ты петляешь? Приземляйся уже. Надеюсь, эти кубы не восстановятся. О, тихо. Попробуйте уже похерачить мечом. Давайте, ребят, гасите его толпой. А где я? Вали его, пацаны! Вали! Ну и чё с ним? И чё, он долго так будет парить? Может, он уже приземлится? Нет? Он же тебя ударил. А как то? Ты отбиваешь мои стрелы? Нихера себе. Блин, он и меня отбивает. Странный ребенок. Блин, и что с ним делать теперь? Так, стрелы его не берут. Хотя, когда-то, в какой-то момент они брали его. Почему сейчас-то не берут? Где ты?
Или когда он в воздухе, его стрелы берут. Ну прям такой, помнишь, был звук такой тринг. Да, только еще в него хер попадешь, во-первых. Ну чего ты, иди сюда. Ой, я не хотел сейчас нажимать. Так, он идет на посадку. Ой, видал? Пью. Бум. Слушай, а может быть, смотри, рядом с ним сидеть? То есть под этой башней. Ну-ка. Иди-ка сюда. Сейчас я, конечно, тут придумаю всякую херню. Блин, как же это построить? Ну вот так вот, давай построимся. Вау! Тихо! Что началось-то опять? Сука, ну что умудряется стреляться? Скотина, а? То есть тут сидеть не вариант, да? Или вариант? Только я просто неправильно использую этот вариант. Где ты? Ну давай, облако, пропади. Пока он не прилетел. Или облако это не действует так теперь? Где ты? Приземляется, нет? Ни хера он не приземляется. Блин, я не знаю. Сидеть так тупо ждать, но он попадает в меня шаром своим. О, сейчас, тихо-тихо, тестирую. Ты-то куда лезешь? Или ты не на меня? Хорошо, что ты не на меня. И кто меня убил? А как ты меня убил? Блин. Как-то надо его убить. А как? Чё-то не понимаю. Так, 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 так. Может, конечно, меч мне нужен имбовый. Хотя и этот нормальный. Мы же в некоторых сериях, в какой-то серии, по-моему, сравнивали то, что железный не так уж и отличается. Бом, я слышу бом. А где мои вещи? Они взорвались? Уничтожились? Что стало с моими вещами? Как его бить-то адекватно? Вот здесь я, по-моему, сплоховал. По-моему. Ага, кто там? Кто здесь? Конечно, я в это облако тупорыло и попался. Ай, что? Где он? Он вроде садится все время одинаково. Ага. Пока. Просто пока. Ох, мерзкий, а. Ты приземлишься сегодня или нет? Ладно, скоро вернусь. Мой опыт.
Ига, и все ушло в портал, да? Все ушло в портал. Трун-трун-трун-трун. 63. Нифига себе. С 1 по 63 уровень. Охренеть. Короче, смотри. Не так все сложно оказалось, как нам казалось изначально. Пока он там летал, я на рисунок собрал этих кубов от скуки. Рассказываю. Сейчас, секундочку. Эх, перфекционизм. Ладно. Короче, вначале взрываем эти кристаллы. Так. Ой, это что за яйцо? Он яйцо создал? Яйцо? Это же яйцо, да? Потом, вот тут тупо сидишь под башней, ну, только уворачиваешься от этих... От кого? От его снарядов. И все. Сидишь, короче, под башней этой. Он сам к тебе прилетает, ты его бьешь. Все. А что это такое? Я что сделал? Что это такое? Я сломал? Я не подобрал это. У меня этого нет. Что это? Странно. Я просто его тыкнул, он сломался. А, вон оно. Подожди-ка. Может, это мне нужно? Может, это яйцо дракона? Куда? И что мне теперь? Как его ловить? Я боюсь эндерменов. Потому что, ну их нафиг. И куда делось это яйцо? Если это яйцо. Блин, я не хочу без него уходить. Нет, ничего не далось. У него эффект такой же. А может быть это маленький эндерменчик? Ну потому что способности такие же, как у эндермена. Если его ударить, он убегает. А вот, ты что, охерела что ли, яйцо? Ты что ты делаешь? Что такое? Ну, вроде оно не так далеко улетает от портала. Железный мяч. Меч. Тут. Куда это? Так, по следу он куда-то туда улетел. А вот оно. Как ты это делаешь? Что за звуки? Что происходит? У вас мир ломается? Почему это не берется? Ну-ка нахер, пошли со мной в портал. Где он? Сзади. Хм. Что ты за тварь такая? Да что ты такое? Никак он не хочет со мной взаимодействовать. Да ну нахер это? Что это? Фиг с тобой. А этот портал куда меня приведет? Да, пофиг. Куда бы ни привело. А, все что ли? Блин, за сколько? За 25 серий мы прошли Майнкрафт? Ну, потому что мы большую часть страдали херней. А так-то можно и за одну серию это сделать все. Ладно. За две максимум. Всего что ли? Вот это неинтерес. А пропускать это можно, пролистать? Блин. Ладно. И что мы будем делать теперь? Страдать херней? Ну какой? В свободном режиме можно попробовать что-то построить, от нечего делать. Проектировать что-то, строить. Делать какие-то картинки, подделки. Ладно. Если после этого будет что-то интересное, я вам покажу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока! Ну и где я?
Возле своего первого дома. Что у меня есть? Это мы все быстро скидываем. Мало ли пригодится потом. Так. Ну, остальное пусть будет. Ой, это вот сюда. Ладно. А можно ли пройти еще раз посмотреть? Чисто по приколу сейчас посмотрю. А что, если этот портал разобрать? Ага. И домой отнести. То есть у меня будут вечные ресурсы вот этого белого непонятно чего. Ту... Ну и все. Что мне еще нужно? А больше тут нечего ловить. А может это все-таки яйцо? Может его можно будет как-то возродить? Ну по приколу. Потому что смотри, 63 тысячи опыта. Куда мне столько? Ну и все. Все, нечего здесь больше ловить. Всем пока.